Привет всем! Всех с наступающим Новым годом! Сегодня я начала готовить уже некоторые блюда к новогоднему столу. И первое блюдо я вам покажу сациви. Я буду делать из курицы. Для этого нам понадобится куриное мясо. Я его сразу порезала на небольшие такие кусочки. Так, также нам понадобится из приправ молотый кориандр, хмели сунели, черный перец. Также я буду использовать такую приправу для курицы. Также нам понадобится чеснок, лавровый лист, перец горошком, соль, грецкие орехи и лук. Лук я еще не достала. Вот. Для начала нам нужно отварить вот это мясо куриное. Также в бульон нам необходимо добавить лавровый лист и черный перец горошком. И половину луковицы, где-то вот на такое количество мяса. Потом дальше покажу весь процесс вам. Также пока будет вариться мясо у меня, я измельчу на мясорубке орехи грецкие. Вот, можно, конечно, сделать в блендере, но у меня блендер слабоват, поэтому я буду делать все на мясорубке. Так что так, сейчас пойду поставлю варить мясо и дальше покажу, что мы будем делать. Итак, курица наша варится. Орехи я перекрутила на мясорубке. Теперь пока ждем курицу, подготовим наши орехи немного. Нам нужно сюда пропустить через пресс, или вот я буду пользоваться такой терочкой, натирать чеснок. Я возьму примерно где-то зубчиков 5. Думаю, будет достаточно. Сюда, в общем, измельчить их. И потом добавить, сразу добавлю, чайную вот такую ложку с горкой хмели-сунели, пол чайной ложки молотого кориандра, немного черного перца, вот так добавлю, потом буду пробовать. Так, потом добавлю приправу еще для курицы и добавлю чайную ложку тоже, так вот, с горкой соли. Потом буду пробовать, если что. Основные приправы вообще для сациви — это хмели сунели и молотый кориандр. Остальные приправы можете добавлять по своему усмотрению, какие вы любите. Вот. Ну, естественно, чеснок тоже это обязательно, иначе вкус уже будет не такой. Так, добавляю чеснок, все перемешиваю равномерно, а потом продолжим. Сварилась наша курочка, вот такой вот бульончик получился. Бульон нам тоже будет нужен для рецепта. Теперь мы берем на сковороде, слегка обжариваем репчатый лук, мелко порезанный, мелкими кубиками. Обжариваем, затем достаем оттуда курицу и перекладываем в сковороду немного обжариться. Итак, пока обжаривается наша курочка в сковороде, нам нужно приготовить соус сациви. Мы возьмем вот эти наши орехи, перекрученные на мясорубке, с приправами, с чесноком, с солью. И нам нужно разбавить вот этим бульоном орехи до консистенции жидкой сметаны. Бульон я буду процеживать через сито, чтобы не попали вот эти горошинки перца, всякие, лук и так далее. Сейчас я разбавлю и покажу вам, какая должна быть консистенция. Вот такая должна быть консистенция у этого соуса. Теперь мы его переливаем вот сюда, мясо, заливаем мясо и дадим еще протушить минут 5,
чтобы мясо хорошо пропиталось соусом. Соус во время тушения еще загустеет. Вот. Так что добавляем его к мясу. Теперь тушим минут 5-7, как загустеет соус немного. Сильно его уваривать не надо, он при остывании еще будет впитываться в мясо и станет нужной консистенции. Этот бульон я ни в коем случае не буду выливать. Он хороший, его нужно просто процедить и приготовить на нем, можно, например, какой-нибудь супчик. Вот. Так что сейчас протушится мясо. И потом нам надо будет его разложить по каким-то глубоким чашкам, тарелкам. Вот. И оставить до полного остывания. Это блюдо естся холодным, поэтому его нужно охладить сначала при комнатной температуре, потом убрать в холодильник. И потом просто достаете и кушаете. Разогревать его не нужно, это холодное блюдо. Еще раз хочу сказать, что я не профессиональный повар. Все рецепты, которые вы видите на моем канале, они адаптированы под нашу семью. Мы их подгоняем под себя, изменяем что-то, поэтому не судите строго. Может быть, это не классический рецепт сациви, но вот мы его готовим так, и нам это очень нравится. Также к этому видео я добавлю еще позже фрагменты, как я готовлю холодец, чтобы не делать два видео коротеньких. Будет одно такое с двух блюд, состоящее сациви и холодец. Сейчас у меня он варится. Пока что варю я его из курицы и из свиных ножек. Не знаю, как они правильно называются, свиные ножки. Вот, я взяла целую курицу и две свиные ножки. Вот, и сейчас он у меня варится, будет вариться часа 4. Этого достаточно. Вот, а потом я уже покажу вам, как дальше я готовлю холодец. Ну, а теперь ждем, пока тушится наша курочка. Потушилась наша курочка, минут 7, наверное, тушилась. Немного загустел соус. Аромат, конечно, стоит вообще на всю квартиру отпадный. Теперь я буду перекладывать отсюда мясо. Пока что только одно мясо. Буду в такие глубокие тарелочки ставить. У нас такие со снежинками. На новогодний стол как раз подойдут. И одну порцию сделаю в пластиковом таком контейнере. Мы будем ходить в гости на праздниках, поэтому, чтобы было удобно с собой переносить куда-то, вот, сделаю в таком контейнере, чтобы угостить наших родственников. Думаю, что 3 чашечки мне хватит. Сейчас я переложу курочку, а затем разолью соус равномерно по каждой чашечке. Когда наливаете, нужно немного потрясти, чтобы соус прошел прям по всему мясу до дна тарелки, распределился равномерно. Вот и готово наше сациви. У меня вышло ровно 3 чашечки, как я и рассчитывала. Налила под самый верх. При остывании оно еще все осядет, опустится, так что будет все нормально. И станет такой очень сильно густой такой соус. Вот, вот такой вот рецепт сациви в нашей семье. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте, готовите ли вы это блюдо или, может быть, мечтаете его попробовать приготовить. Экспериментируйте, готовьте по моему рецепту. А дальше смотрите, как я готовлю холодец. Итак, сварилось мое мясо на холодец. Напомню, что я варила из целой курицы и 2 свиных ножек. Варился он у меня 4 часа ровно. Сейчас я мясо отсюда достану, остужу и потом буду разбирать, отделять от костей. А бульон я посолю. Я его никогда не солю при варке, потому что боюсь пересолить, вода выкипает и может получиться сильно соленая.
Поэтому я достаю мясо, солю бульон, но не совсем по вкусу, а чуть-чуть сделаю солонее, потому что мясо будет пресное, не соленое. Бульончик чуть-чуть делаю такой солененький, чтобы потом мясо в себя тоже взяло соль. Так что так, достаю сейчас мясо и солю бульон. Итак, я вытащила мясо, оставляю его охлаждаться. Посолила бульон. Вот. Теперь дождусь, когда мясо остынет. Буду отделять его от костей, резать, как не нужно, или просто можно руками его порвать, как вам надо. И буду разливать вот в такие горшочки. У меня вот такие есть горшочки. Потом вам покажу, как я буду разливать холодец. Разложила я мясо по тарелочкам. Потом добавила сюда чеснок. Можно выдавить через пресс, можно на терке потереть. Я терла на терке. Примерно по 2 зубчика вот на одну вот такую посудину. Мы любим, чтобы мясо было побольше, бульона поменьше. Вот, теперь заливаем вот этим бульоном горячим наш холодец. Я буду обязательно его процеживать, чтобы не попал туда перец, лук и другие там могут кости попасть мелкие. Так что буду процеживать через сито. Вот так вот я залила холодец. Теперь оставляем его в таком состоянии просто на столе до полного остывания. Затем накрываем и убираем в холодильник. Застывает всегда хорошо. Я всегда готовлю по таким же пропорциям. Одна курица, две свиные ножки. Застывает вообще отлично. И получается классный холодец. Вот такие вот 2 новогодних блюда мы сегодня приготовили с вами. Сациви и холодец. Такие закусочки мясные. Готовьте по моим рецептам, пишите комментарии, как вы готовите эти блюда, готовили ли их вообще когда-нибудь, пробовали ли. Поздравляю вас с наступающим новым 2018 годом. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Эти блюда вы увидите у нас в новогоднем влоге, на нашем новогоднем столе праздничном. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, счастливого Нового года, всем пока-пока.